Мусульмане всего мира празднуют Навруз, самый большой из всех праздников поклонения солнцу и огню. В субботу глава Чувашии провел рабочую встречу с муфтием Москвы, Центрального региона и Чувашии, членом Общественной палаты России Альбир Хазрат Кыргановым. На встрече обсуждались вопросы сохранения межконфессионального и межнационального согласия в республике. Муфтий передал искреннее приветствие главе республики от мусульман Чувашии и рассказал о состоявшемся в марте в Чебоксарах совете имамов Чувашии. «Для нас важно укрепить в наших приходах традиционный ислам, чтобы не было чуждых нашей вере проявлений», отметил Альбир Кырганов. На встрече муфтий также рассказал о своей деятельности в Общественной палате России.